А почему ты так и не женился? Боюсь, что я не создан для семейной жизни. Ну да, ну да. Зачем заходить в воду целиком, если хочется просто напиться? Я не сторонник такой философии. Просто думаю, что жены таких бродяг, как я, не бывают счастливы. А сами бродяги, когда они бывают счастливы? Наверное, когда рядом с ними кто-то из той далекой прошлой жизни, с которым можно просто поболтать, прижаться душой, забыть об одиночестве. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне надо сделать копии всех страниц. Только не потеряйте, это очень ценная книга, научная работа. Не волнуйтесь. Приходите через неделю. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Последняя партия радиодеталей из вашего списка. Вот ваш заказ, господин Инур. Спасибо. Хорошо, господин Клаузен. Эта радиостанция проста и стандартна. Рихард. А это моя гордость. Ну, это я знаю. Анна. Оп! Ого. Простая разделочная доска. Так, ну что же, устанавливаем на нее лампы. Так, и при необходимости также легко снимаем. Рихард, это приемник. Я поколдовал с ним, усилил сигнал. Это передатчик, это приемник. Все работает идеально. Рихард, что это? Макс, я даже боюсь предположить. Ну, хорошо, это ложка. Нет. Это ключ. Ну, Макс. Да, Анют, я всегда знал, что на тебя можно положиться. Еще. Это лампы. Мне передал их Имура. Посмотри внимательно на маркировку. На гонконговских две точки, на американских лицензионных черта. Он не мог их достать в Китае. Ты уверен? Да. 3 года мы с тобой прожили в Шанхае. Тут что-то нечисто. Бери подальше. Займись рыбаком.
Не правда ли, сегодня прекрасная погода? Да, чудесный день. Здравствуйте. Ваш столик готов. Не надо. Я сяду за другой. Ханако, он сел за мой столик. Посмотри. Вон. Тоши. Разреши, я его обслужу. Он же тебе не нравится. Можно или нет? Да, пожалуйста. Здравствуйте, господин. Добро пожаловать. Здравствуйте. Простите меня за тот вечер. Я была груба с вами. Вы не заслужили такого обращения. Вы готовы сделать заказ? Я хочу попросить, чтобы вы сделали заказ вместо меня. Принесите самое вкусное, что есть в этом ресторане. Скажу по секрету, хозяин заставляет нас предлагать посетителям самые дорогие блюда. Что? Они самые вкусные? Если честно, не всегда. Но сегодня я его ослушаюсь. Рассчитывают. Будьте осторожнее. Один военный мне сказал, что в связи с началом операции на особом внимании будут радиоперехваты. Не только в районе военных действий, но еще и в Токио. Thank you.
Имура работает на американцев. Убрать его? Не торопись. Можем использовать это в своих целях. Его надо сюда привезти. Для этого нужен повод, чтобы не вызвать у него подозрения. Повод будет. А японцы своими древними пеленгаторами нам в этом очень помогут. Тебя нам никак не справиться, Имура. В Токио сейчас очень напряженная обстановка. Выходить на связь стало опасно. Постоянно приходится менять точки. Может быть, вначале место найдем? Я знаю одно неплохое в лесу. Да нет, мы с товарищем уже подобрали несколько вариантов. Попозже согласуем их обязательно с тобой. Какое-то время нам придется выходить на связь вне города. Да, это хорошая идея. Надо сбить с толку контрразведку. Мы привезем тебе рацию. Ты ее должен надежно спрятать. Потом мы выберем место недалеко от схрона. Мы будем привозить тебе два раза в неделю шифровки, чтобы ты выходил на связь. Имура, ну первое время мы, конечно, тебе будем помогать. Я готов. Так, давай попробуем. Надевай наушники. Включай рацию. Надевай. Так, начнем с этого. Все, Макс, я пошел. Так, через минуту начинаем. В прошлый раз работал я, теперь давай ты. Готов? Я справлюсь. Все готово. Японцы подумают, что там американцы поработали. Очень вкусно. Спасибо. Мне кажется, ему противно. Таскается сюда и ест немецкую еду только ради тебя. Он никогда ничего не оставляет. Каков он в постели? У вас ничего не было? Стала бы я этим заниматься. Да ты что? Я бы давно занялась. И как он себя ведет, когда ты ему отказываешь? Мне и не приходится. Он даже не пытается. Какой застенчивый. Но так бывает, что смелый мужчина перед девушкой робеет. Тогда тебе нужно брать инициативу в свои руки. Никогда этого не умела. А я тебя научу. Значит так, ты приглашаешь его домой, надеваешь самый соблазнительный наряд. Хватит, у меня не получится. Еще как получится, я тебе сейчас расскажу. Ни за что, прекрати.
В глубине, в горах, топчет красный клёна лист, стонущий олень. Слышу его плач, во мне вся осенняя печаль. Спокойной ночи. Нагито. Нагито. Хотите чаю? Вы прекрасны. Вам лучше уйти. Вы прекрасны. Уходите. Прошу вас. Господин майор, почему мы раньше в городе работали, а теперь нас отправили в такую даль? Позавчера тут засекли сигнал нового передатчика. А толку что? Гоняемся за ним, гоняемся. Еще ни одного радиста не поймали. Не твое дело обсуждать приказы начальства. Заткнись. Господин майор, есть сигнал. Отлично, по машинам. Слушаюсь.
Все, время. Не думаю, что нас успели засечь. Не волнуйся, так Агина сохраняет. Работаем. Внимание! Выстроиться цепью вдоль леса. Занять позиции. Бегом! Полиция! Собирай! Уходим! Спокойно, спокойно, спокойно! Вперед! Бежим! Расходимся! Не отставать. Бегом. А ведь сигнал шел отсюда. Тут не пройти. Зря ты связался с американцами. Он здесь. Быстро, бегом. Быстрее, быстрее. Эй, сын самурая. Посмотри-ка сюда. Что ты на это ответишь? Я же говорил, что радист американец. Не пора ли делать харакири, сын самурая?
Нас просто вводят в заблуждение. Передачу специально вели долго, чтобы мы их засекли. Этого Имура столкнули со скалы, потому что хотели, чтобы мы его нашли и обнаружили эти документы. Не удивлюсь, если мы найдем и письма. Никогда не видел более трусливого и упрямого человека, чем ты. Может, у тебя есть объяснение, зачем и кому это было нужно? Это же очевидно. Во-первых, отвести подозрения от себя. Во-вторых, провалить резидентуру американцев и устроить шумиху в прессе. Сейчас наше правительство стоит перед выбором, против кого направить свое оружие, против Советов или против Америки. Шпионский скандал – это лишний аргумент. Умного из себя строишь. Осаки! Ты куда это? Я оставил за себя лейтенанта. А мне необходимо расследовать дело об ограблении ювелирной мастерской. Правда, что нашли шпиона? На какую страну он работал? Я не занимаюсь этим делом и не могу отвечать на ваши вопросы. Найди ту папку с делом русского радиста. Проверь, откуда с уловом возвращался этот немец Зорге, когда его задержали в оцеплении. Не с того ли побережья, где находится дом Имура? Там, точно. Почему-то я не сомневался. Этот Зорге слишком часто мелькает в наших отчетах. Возле казармы в свете фонаря кружатся попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марле, тебя. После ресторана. Хорошо. Мест нет. У меня есть деньги. Я же сказал, мест нет. Рихард, пойдем. Оставь. Послушайте, у вас полно свободных мест. Все заказано. Рихард, пошли в другое место. Он не имеет права. Позовите управляющего. Я сейчас позову полицейского. Слушай, зовите. Пойдем в другое место. Зовите. Пожалуйста, Рихард, пойдем. Ему моя одежда не нравится. Слушай, я не хочу в ресторан. Страна катится в бездну, они сидят, веселятся. Ресторан. Буржуи. Мне этот ресторан не нужен. Знаешь, мне этот ресторан тоже не нужен. Полиция! Полиция! Если что банальней смерти на войне и сентиментальней встречи при луне, если что круглей твоих колен, колен твоих, их лебедих, моя Лили Марлен. Моя Лили Марле. Ну зачем ты делала это, Ика? Я что, не могу войти в ресторан только потому, что я бедный одет?
Это несправедливо, Гельма. Разделение людей на бедных и богатых – это просто отвратительно. Слушай, ну мир таков. Что с этим поделать? С этим надо бороться. Жестко и беспощадно. Витрины бить? Да, и это тоже. Ты пойми, что богатые никогда не отдадут свое богатство бедным. Между прочим, вот этими бедняками и заработанное. А наша задача – забрать у этих буржуев все награбленное и разделить между всеми трудящимися. Тогда мир станет прекрасным, и все будут счастливы. Знаешь что, Ик? Если за бедных заступается такой прекрасный человек, как ты, я за них не переживаю. Ну и где твои коммунистические идеалы? Куда они подевались? Ты выглядишь как настоящий респектабельный буржуа. Ну, если мне нравится носить красивую одежду, это еще не значит, что я не борюсь за справедливый мир. А ты борешься, да? Борюсь. 20 лет. 20 лет. Тогда я вообще ничего не понимаю. Я не понимаю этого мира. И я боюсь его. Когда Эйген стал выкрикивать «Хай!» или поднимать руку, в его глазах что-то такое дикое появилось. Это страшно. Может быть, я плохая патриотка, но я не понимаю, почему Гитлер хочет уничтожить целые народы, чтобы немцы были счастливы. Разве это справедливо? Германия – это не Гитлер. Германия – это Шиллер, Гёте, Бах. Германию, которую ты любишь, которую я люблю. Я не хочу, чтобы она опять воевала со всем миром. Но ты, Ика, ты служишь этой Германии. Ты служишь Гитлеру. Давай убежим. Куда? Куда хочешь. Южную Америку. Австралию. Туда, где можно пережить все это европейское безумие. Это безумие никогда не кончится. И ты знаешь, что это невозможно. У меня же дети. Тебе нужно будет выбирать. Тебе придется выбирать. Парикмахерские магазины, где ты бываешь. Я даже Винтера посылал, чтобы тебя найти. Я тебе привез подарки, и я думал с тобой пообедать. Да. Рихард пригласил меня на обед. Мы были в Акуре. Пройдоха опередил меня. Мы с ним бдительно. Некоторые фрау говорят, у него глубокий пронзительный взгляд, от которого невозможно оторваться. Если женщина попадает в его поле зрения, то она уже у него в плену. Я стойкий солдат. А с тобой я с удовольствием поужинаю. Я уже должен ехать в посольство. Прости, милая. До вечера. Thank you.
Эйген, ты уже вернулся? Привет, привет, дружище. Рад. Очень рад. Есть новости. Интересно. Кстати, я тебе благодарен за Гельму. За Гельму? А что это за место? Акура. Акура. Телефон сегодня просто не умолкает. Да, слушаю, Зорге. Рихард. Эйген застал меня врасплох. Пришлось сказать, что ты повез меня обедать в Акуру. Да, Имамура-сан. Ну, конечно. Конечно, приеду. Аригато, газонасте. Что ты там говорил-то? Прости. Гельма говорила, вы были в каком-то ресторане? О, прекрасное местечко. Да? Фюрер приготовил нам большой сюрприз. Грядут великие события. Скоро все изменится. Что? Германия скоро начнет войну против СССР. Когда? Точно неизвестно. Скорее всего, после того, как будет подписан пакт с Японией. Ну а как же пакт о ненападении с Советами? Что такое пакт, Рихард? Это просто бумажка. Вот нам поручено подготовить договор о военном сотрудничестве с Японией. Это личное поручение Риббентропа. Мне и доктору Зорге. Документы по нашей армии. Ну и как срочно? Как всегда. Это нужно было сделать еще вчера. Скоро из Берлина к нам прибудет спецпосланник Риббентропа Херфер, который нам и поможет написать этот договор. Интересно. Перед захватом Польши Гитлер еще пытался соблюдать внешние приличия. Миру было объявлено, Третий Рейх вел армию для отражения агрессии. Незадолго до вторжения эсэсовцы инсценировали нападение на немецкую радиостанцию в польском городе Глявице. Однако того, чего боялось немецкое руководство, так и не случилось. Ни Великобритания, ни Франция, объявив Германии войну, так и не пришли полякам на помощь. Теперь руки у Гитлера были развязаны. Прошло меньше года, и под властью Третьего Рейха находилась уже половина Европы. Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция. Фюрер больше не нуждался в благовидных поводах для своих завоеваний. Но в конце концов не он, не Гитлер первым произнес слово «война». Ближайшая задача Гитлера – авианалетами на английские города устрашить Великобританию и вывести ее из войны. Тогда путь на восток, плодородным землям Украины и нефтяным запасам Закавказья будет открыт. Уже ведется работа над планом операции «Барбаросса», однако сроки вторжения в Советский Союз пока под вопросом. Многое зависит от того, как поведет себя Япония. Рамзай сообщает, Гитлер решительно настроен начать войну и разгромить СССР, чтобы использовать европейскую часть Союза в качестве сырьевой и зерновой базы. Иными словами, он хочет дождаться окончания сева, чтобы потом просто собрать урожай. Решение о начале войны
будет принята Гитлером в мае. Ну и что из этого? Ну, есть еще сведения из Берлина. Немецкие солдаты возвращаются из Франции, но домой их отпускают временно, под подписку, чтобы они вернулись в свои полки по первому требованию. Лаврентий Павлович, тебе не кажется, что сегодня товарищ Ворошилов нас решил поразвлечь кухонными сплетнями из немецкого посольства? Никак нет, товарищ Сталин. Все эти факты при сопоставлении, по мнению Рамзая, говорят о том, что Германия готова начать войну с Советским Союзом. По его мнению. Да кто он такой, твой Рамзай? Что это за факты, Климент? Я понимаю, этот сынок немецкого нефтепромышленника привык собирать разные сплетни в теплых постелях разных женщин. Кто куда уехал, кто куда приехал. Разве это серьезно? Разве это работа советского разведчика? Но эти сведения подтверждают и другие источники. Сведения. Лаврентий Павлович, разве Гитлер не ведет войну? Что необычно ценного в донесениях и сведениях твоего Рамзая? Переброска техники. Гитлер хитрит. Он хочет запутать англичан. Товарищ Сталин, есть еще сведения? Послушай, Клементи, я хочу получать от своей разведки документы и факты. Они есть у твоего Рамзая? Получилось так, что сейчас у него нет связного, и он не может переправить нам эти документы, которые он сфотографировал. Что-то подозрительно, а, Лаврентий? Так точно, товарищ Сталин. Нужно подумать, кому выгодна эта массовая дезинформация относительно нападения Германии на СССР. А что тут думать? Англичанам и выгодно. Может, этот Рамзай на них и работает. Ты передай ему. Пусть найдет способ переслать документы. Мы будем думать. А анализировать здесь есть кому. Так и передай ему. Рихард, дружище, слушай, тут такое дело. У меня есть поручение от СД. Пустая формальность, но сам понимаешь. В общем, я должен составить подробную биографию на каждого сотрудника посольства. Замечательно. И в чем дело? Ты понимаешь, тут есть такая неувязочка с твоей биографией. Целая жизнь выпала. Вот, взгляни. Вот смотри. После ранения до 24-го года всего абзац. А с 24 по 30 и вообще всего две строчки. Странно. Знаешь почему? Нет. Потому что вот в это время ничего не происходило. Я просто учился, потом жил в одном месте и просто работал, понимаешь? Да, но раньше у тебя... А раньше я был молодой и глупый. Смотри сам, я приехал в Японию в 36-м году, а сейчас 39-м. И? 3 года. Всего одна строчка. Потому что ничего не происходит. Я так рад этому, Пауэр. Я свое отвоевал. Я серая мышь. Я простой, неинтересный человек. Так и можно написать в СД. Зорге тусклая, никчемная личность. Извини. Со скучной биографией. Да.
Ну, не скромничай. Не такая уж ты тусклая и никчемная личность. Вот взгляни, возможно, тебя заинтересуют эти фотографии. Знаешь, как мужчина, я, конечно, тебе завидую. Ты всегда нравился женщинам. Как это у тебя получается? Может, научишь меня? Что ты хочешь? Вот не тот человек, который должен возглавлять посольство. Мы с тобой должны помочь Германии избавиться от плохих руководителей. Это раз. И второе. Я хочу, чтобы мой шеф приносил доклады фюреру раньше Риббентропа. Чтобы информация там была точнее, а аналитика глубже. И я очень надеюсь, Рихард, что ты не откажешь мне в этом. Спасибо, Рихард. Я был уверен. Мы же друзья, Рихард. А фотографии сожги или оставь себе на память. У меня есть негативы.